Станция Дмитровская Московского метрополитена открыта 1 марта 1991 года в составе участка Савеловская-Отрадная. Была названа по Дмитровскому шоссе и одноименной железнодорожной платформе. Пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения. Глубина заложения примерно 59 метров. Часть пилонов на станции не раскрыты из-за сложной геологической ситуации, по другой версии из-за недостатка средств на закупку специальных тюбингов. В отделке путевых стен и станционного зала используем красный мрамор. На торцевой стене зала и над входом на эскалаторы размещены литые барельефы на тему обороны Москвы 1941 года скульптора Фивейского. Пол выложен красным и черным гранитом.